У меня нет практически сомнения в том, что отношения между Грузией и Россией наладятся. Я не уверен, что они станут такими же, как в прежние времена, но я полагаю, что наладятся. И у меня есть, так сказать, просто свой опыт. Я бываю иногда в Грузии сейчас и раньше, так сказать, и 10 лет назад, и во времена Саакашвили, и до него, и после него. Но я вижу, что народ грузинский, вот то, что мы называем народом, чрезвычайно миролюбив, чрезвычайно добр и относится к России и к русским абсолютно по-братски. И, вы знаете ли, испытывает некое чувство голода по тем взаимоотношениям, которые были. Я надеюсь, искренне надеюсь на то, что смена режима руководства в Грузии, она непременно приведет к тому, что между Россией и Грузией начнутся другие взаимоотношения, начнутся переговоры, начнется взаимопонимание, начнется обмен не только людьми, но и товарами. Вот то, что было, то, в чем сегодня мы испытываем, я лично, мне этого не достается.